Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровивка. И вышла вот игрушка на Android Голодный Дракон. И сейчас мы с вами попробуем ее сыграть. Посмотреть, что это такое вообще. Ешьте, чтобы выжить. Сейчас будем пробовать. Открыта область старой деревни. Ух ты! Ну что можно сказать, прикольно. Заяц летающий. О, человека можно сажать, прикольно. Похоже на этот, как его, на игру, которая про акулу. Как она там называется, туда был. Где там тоже надо есть всех подряд. И здесь то же самое, по сути. Ну, прикольно, что можно сказать. О, лихорадка опять. Ого, большой дракон. Пожрал. Ой, блин. Да, реально похоже на ту игрушку про акулу. Там тоже бомбы всякие. Ну, паук какой-то. Паука сожрал. Нужен дракон. Да, точно, точно, точно. Похоже именно на ту. На ту тему, только теперь здесь летать. Летаешь и жрешь летающий. Блин, нифига себе. О, какой здоровый, нифига себе. А можно его сажать? Нет, нет, нельзя его еще сажать. О. Летающий кролик, это, конечно, прикольно. О! Человек сажал. Ну, что, прикольно. Что надо делать? По сути, просто, видимо, есть и расти. Ну, классно, все, буду играть в нее дальше, продолжать. Будем смотреть, что дальше будет. Правда, я не знаю, когда закончится этот уровень. Ну, закончится он, видимо, так же, как и про акулу, да, пока у вас не закончится энергия. Тут туда нельзя, да? Ну, ладно. Сверху водой можно, прикольно. Осьминоги какие-то. Самый низ уже. Ой. Ну, карта большая. Это точно. Я уже намного далеко вниз спустился.
Все, ниже, видимо, уже нельзя. Да. Что, можно под водой? Нет, под водой нельзя. Ну, то есть можно, да, но недалеко. О, пиранья. Хрена себе. Так, ну ладно, давайте пойдем вверх опять. Нужна еда. Блин, все, убили. Так, ну что, мы чуть-чуть поиграли в нее. Сейчас посмотрим, что там у нас дальше будет. Наверное, какие-то будут функции апгрейда. Новый рекорд. О, открыт новый костюм. Прикольно. Получил 600. Но у нас не хватает. У нас пока 7. Пока чуть-чуть не хватает. На каждом уровне что-то там есть. Яйцо забыл. А, ну вот оно. Точно. Чисто так, такая же тематика, как про акулу. Только здесь драконы. Но что, будем играть. Будем расти. Будем также смотреть. Так, маленький проказник с острыми зубами, да, потом такой вот, 60, да. О, какой толстожопый, прикольно. И это, который в будущем будет, понятно. Выполнение миссии, самый быстрый способ получить монет. Если вам не нравится миссия, ее можно пропустить, понятно. Съесть птиц. Съесть за один налет канарейки 25 штук. Ну, это я и забрал уже, да. Оставаться в живых 2 минуты. Так, ну чё, давайте еще раз сыграем. Не, ну в принципе, короче, прикольная игрушка, да. Опять же, это то же самое, что акула, только в другом варианте. Тут теперь летать надо и есть, и расти в плане дракона, чтобы у вас дракон повышал уровень. Сейчас с вами сыграем еще разок. Не, ну интересно. По крайней мере, это что-то новое, и как бы всегда все, что новое, оно всегда интересно. Что это такое за карта? А, вот она, да, карта. То есть, какая карта, ни хрена себе. Ну да, очень даже большая. Так, ну давайте с вами тогда... Так, давайте все буквы соберем. То есть H. Давайте. Так, где-то тут должна быть. А вот она. А это что такое? Фея какая-то. Нельзя ее съесть. Так, о, еще одну взяли. Хорошо. Так, где там у нас еще? Так, вон туда, значит, надо лететь, да? Давайте. Радка. О, классно. Открыта область гоблинов. А, вот он как раз гоблин-то. Убежали. Ого, какой. Все сожрали. Ого, нифига себе. Прям как в этом такой. Человек-паук. Только что был гоблин такой же. Нифига себе. Какой гоблин интересный. Ой. Так, давайте это. О, смотрите, чувачок. А, понятно.
Пока никак, да? Этого можно сажать или нет сейчас? Можно. Ого, нифига себе, такие гоблины крутые. О, новый уровень, классно. Эх, жалко, бомба все равно не уничтожается. Кладбище еще. Ой. Давайте-ка по отсюда пока свалим. Там слишком крутые, надо побольше вырасти, потом туда можно идти. Понятно. Так, давайте, что там у нас буквами-то? Так, это мы забрали. Так. Ну, давайте тогда... Да, наверх, то есть надо, да? Давайте наверх. Сожрал. О, прикольно. А, вот, еще одна буква, отлично. О, нифига себе. Так, а там что, нельзя так? Да, там нельзя так просто летать. Много всяких, кого можно сожрать, даже на первом уровне, ну, на первом драконе. Что тоже хорошо. Так, давайте полетели дальше. Попробуем собрать все буковки. Блин, что такое застрял? Ой. Надо быстрее жрать, а то сейчас... Блин, сейчас сдохну. О. Есть. Сожрал еще чуть-чуть. Нет, не сумею, наверное, собрать все. Ого, какой, нифига себе. Нормально, большую часть как раз. Большую часть сожрал. Так, что там у нас буквами? Так, вот, так, надо вниз, значит, сейчас, да, R и N туда сверху. Давайте сначала вниз, потом туда. Так. Так, а где у нас? А это все равно не дохнет. Вот те на. Так, что где у нас? А, вот туда, значит, да? Давайте полетели туда. Ну и где? Сожрал женщину какую-то. Ого! Черт. Не будем тратить, ладно, не успели мы собрать, но в итоге как бы все равно посмотрели, что за игра. Это аналогия тех же акул, только теперь тут драконы. Ну, все выполнили, хорошо. Сейчас мы с вами, кстати, наверное, можем будет... О, новый дракон, да, открылся? Классно. 2000. О, давайте его откроем. Давайте откроем, и как раз это как бы первый обзор, поэтому сразу на нем и сыграем. Так. Ух ты, смотрите.
Ярость радуги, фиолетовое яйцо, улучшенное яйцо, монеты, золотые фрагменты, самоцветы. Собрать. Обычный питомец. Дополнительное здоровье от драконов. Классно. Обычный питомец шимпожат. Шимпожат, господи. Очки плюс 20. И ярость радуги. Атака летающим врагом. Ух ты, прикольно. Во время игры находите оранжевые яйца, из которых потом вылупится питомец. Либо покупайте фиолетовые яйца, которые можно открыть сразу. Шанс на получение обычный питомец 93%, редкий 6, легендарный 1. Ну, понятно, как обычно. А, ну, в принципе, вот и открылось, по сути, меню, как бы, да? То есть, так, что у нас здесь? Используйте костюмы, чтобы придать дракону неповторимый облик. Костюм открывается по мере роста дракона. А, так, это сколько стоит? 600, да? Ну, давайте. Пусть такой будет. Так. Питомцев можно получать, открывая яйца. Вы можете позвать с собой питомцев, они будут повсюду следовать за вами, помогать во время налета. Некоторые питомцы обладают удивительными способностями. Понятно. Так, ну давайте возьмем. Так, дополнительное. Давай вот это. Вот. А это можно все сразу выбрать? Нет, только одного можно, да? Ну давайте, пусть один будет, хорошо. Хотя бы один. Так, а следующий у нас что? Следующий у нас вот этот. А как его открыть? 25, да, стоит? Или что это такое? Что-то яйца. А, нет. Ну, мне пока ничего не надо больше. Давайте попробуем сыграть сначала. Так. Далее. Не-не-не, подождите. А, нет, я, получается, того уже открыл. Да? Я, получается, это уже по максимуму. А чтобы этого, то мне надо... А, ну, это тоже могу, да? Вот этого... А, тут двоих можно уже выбрать. Прикольно. Давайте тогда, наверное, этим сыграем сначала. И что здесь можно еще не сделать? Ничего нельзя. То есть надо сначала сыграть. Все, давайте. Безумный Жракс. Им сыграем. Так, следующий через... А, ну да подождем, господи. Нам, как говорится, мы же без денег играем, поэтому нам ничего такого в этом плане нету. Подождать мы можем. Так, сейчас мы играем другим драконом уже. Значит, можно будет побольше кого-то жрать. Атака лет... И здесь можно двух сразу выбирать драконов. Чем больше, чем выше у вас уровень дракона, тем круче у тебя он выглядит прикольно. Как маленький, точнее не как маленький, а как этот, как крокодил. Нельзя, да, еще? Понятно, ладно. Будем дальше. Ух ты, блин. Да, тут такие. Я бы не сказал, что сразу все сжирается. Гадость. А, это гадость, ее нельзя есть, да? Эх. Корову сожрали. Не, как аналогия той игры про акул, это прям вообще классно. Ой, только сколько тут этих бомб всяких. О, так, пока лихорадка, надо срочно всех, кого можно жрать. Блин, бомба. Ну, такая приятная время-убивашка. О, теперь этого можно жрать. Прикольно. Надо посмотреть, еще она офлайн работает или нет. Ну, пока мы онлайн играем, потом посмотрим. Наверное, можно. Если можно, вообще классно. Блин, ну зарядка падает. Только что было 60, видимо, уже меньше стало.
Ух ты, ни хрена себе. Нормально. Нужна еда, так. Блин, все. Ну ладно, ничего. Ничего страшного, просто попробовали, посмотрели, что это такое. То есть с повышением уровня дракона, и опять же, если улучшили его по максимуму, он дает выбор любого костюма. Плюс также можно, если у вас высокий уровень дракона, можно выбирать сразу три помощника, чтобы у вас было. А не один, как, допустим, у первого дракона. О, новый костюм, классно. 1650. Минус 10% урон от яда. Ну, давайте, что возьмем, пусть будет. Теперь у меня зеленый. Ну, классно, что, прикольно. Будем, короче, как дойду до конца, тогда сделаю еще один ролик, чтобы, как бы, ну, было интереснее. Прикольно, у него язык, да, свисает. Так, а следующий у нас такой будет. О, прикольный, искра. Ну, ладно, короче говоря, потихонечку додаем. Это был обзор на игрушку «Голодный дракон», которая вот-вот только недавно вышла. И это чистая аналогия игры про акул, где там под водой надо все было жрать. Ну а здесь типа летать надо и жрать то же самое. То есть расти, выращивать своего дракона. Так, все тогда. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, пока-пока.